Всем привет! Начинаем путешествие по моему маленькому городку. Город мой хороший. Вот. Называется он Петербург. Так вот, в эти выходные нас наконец посетило солнце. И все петербуржцы, ленинградцы вышли на улицу гулять. А где можно было погулять? Ну, конечно, можно было погулять на Петропавловке. Здесь было просто колоссальное действо. Здесь был рыцарский турнир и все то, с чем связано рыцарство. Ну, наверное, так. Вот готовят, к примеру, специальное зелье для того, чтобы привлечь к себе любимую. Заворотное зелье такое. На самом деле это, конечно, лимонад, но здорово, очень подано, красиво. Вообще все было очень сделано красиво. Организаторы, конечно, огромные молодцы. Все продавцы были в национальных, старинных, конечно, одеждах. Красивые были сделаны такие палатки. Продавали различную утварь. Было много очень людей. Все ходили, что-то смотрели, покупали. Вот очень меня порадовало то, что не было всех этих вот китайских приблуд. А было нормально, вот какие-то кованые штуки. Вот можно было вот здесь вот было примерить кольчугу. А вот здесь юродивый, видимо, да, какой-то ходил. Вот. Играл на свирели. Вот. Играл, кстати, очень хорошие песни по Гребенщикову «Под небом голубым». Вот. И все останавливались, смотрели, никогда никак не могли понять. Он подходил к людям, задавал какие-то вопросы, какие-то, может быть, даже несколько политические темы затрагивал. Вот дыба небольшая. Вот. А вот китайская, я не знаю, как она называется, когда в таких, знаете, латок китайских или японских, наверное, японских все-таки. Вот. Такая битва. Это очень действительно интересно. Я сделал чуть-чуть убыстренный вариант, потому что просто очень много материала. Вот дети, детей возят тоже, маленькие же дети пришли, очень много. Их надо тоже как-то занять, их вот тоже занимают. Вот легионеры ходят. Вот, видимо, какая-то офисные ребята пришли, оделись легионерами, фотографироваться. Здесь битва между маленькими детьми. Тоже очень красиво, здорово, интересно. Вот народ сидит просто сидит и отдыхает. А вот сейчас будет самое интересное. Вот этот турнир. Настоящий рыцарский турнир. Настоящие лошади, настоящие рыцари, настоящие копья. Вот. Они летят друг навстречу. И после этого копьями стараются сбить, выбить человека из седла. Вот хороший очень диктор. Снималось все это на квадрокоптер. Вот смотри, сейчас. Вот видите. Ну действительно, и опасная такая штука. Я не ожидал, что у нас может быть такие турниры. Но я просто первый раз. Даже не знаю, может, уже многое проходило. Вот. Все это транслировалось на больших экранах. Народ было очень много. Просто не подойти, невозможно было подойти. Но все очень так фактурно, красиво сделано. С красивым таким антуражем. В общем, здорово. Около как раз Петропавловки. Точнее, на Петропавловке. Вот. Тут у меня я за один день много всего наснимал. Решил сделать как бы две части. Ну, вот эта первая часть будет про вот, которую вы сейчас смотрите, про вот этот рыцарский турнир. Ну и вторая часть тоже будет битва такая. Вот. Ну, очень красивые костюмы, все такие симпатичные наши ленинградки. Просто радует меня это, честно говоря, и бодрит. Получил огромное удовольствие.
потому что все как-то, знаете, там по заграницам, а у нас что-то не было. А тут вдруг раз и появилось. Хорошая музыка играла, можно было съесть шашлык, там мышлык, какие-то пирожки продавались. Просто было красиво-красиво. Вот видите, ударил педалагу копьем. Да, и были иностранцы, между прочим, участвовали в турнире. Вот такие дела. Пока-пока. Всем привет. Приезжайте в Питер.